Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы будем печь торт медовый на день рождения в форме сердца. Но для того, чтобы испечь торт, нам сначала приготовить надо тесто, медовое тесто. Для этого нам понадобится 500 грамм муки, 2 яйца, 115 грамм меда, 80 грамм сливочного масла, 200 грамм сахара и 2 чайные ложки соды. Приступаем. Берем 2 яйца, кастрюльку. Это мы все будем делать на водяной бане. 2 яйца. Затем добавляем 200 грамм сахара. И это все хорошо взбиваем до пенки. Ну, такой, чтобы яйца взбили хорошо. Так, теперь добавляем 115 грамм меда. Мед можно любой. Так, 115 грамм меда, затем сливочное масло 80 грамм, перемешаем немножко, но мы его сейчас все это поставим на водяную баню, и 2 чайные ложки без горки соду. Мука нам сейчас пока не нужна. Так, вот все. Теперь мы это все перемешаем на водяной бане, как говорится, растопим. Ну, говори. Теперь мы эту всю нашу смесь ставим на водяную баню. Ну, водяная баня, вода у нас закипела. Вот сюда поставить. Надо, чтобы дно кастрюли доставало воды. Желательно. Обязательно. Это все перемешиваем. Оно должно все растопиться. И мелкие-мелкие пузыри должно быть. И немножко увеличиться. Должно увеличиться. Ну, вот мы на водяной бане сделали наше тесто. Теперь будем добавлять муку частями. Сразу не всю. Вот, добавили муку, перемешали. Это тесто должно быть, как бы сказать, и не мягкое, и не твердое. И должно не липнуть сильно к рукам. Частями мы добавляем муку. У кого-то муки надо будет 500 грамм, у кого-то поменьше, потому что мука у всех разная. У кого-то останется, кому-то, может быть, и придется добавить. Это будете смотреть по своей консистенции. Сейчас немножко вымешу, и потом уже буду руками замешивать. Оно становится густое. Thank you.
такое эластичное тесто. Видите, оно и мягкое, но когда тесто будет готово у нас, мы обязательно его, оно остынет, затем мы на 2 часа перед тем, как раскатывать, надо поставить в холодильник. Такое тесто у нас получилось. Сразу поставим, чтобы потом мы делить на части. Вот такое тесто у нас получилось. Теперь мы его поставим, немножко оно у нас остынет. Видите, оно и не липнет к рукам, и также и мягкое. Видите, мягкое. Вот, наше тесто готово. Теперь сейчас я его, оно немножко остынет, я на 2 часа положу его в холодильник. Но можно и на ночь оставлять. Это здесь мы его складываем. Когда остынет, я его положу в холодильник. Ну вот у нас тесто постояло в холодильнике. Теперь мы его делим на 3 части. Будем раскатывать и делать наш тортик. Но торт я буду делать так. Пергамент. Раскатывать сразу на пергаменте. Почему? Чтобы оно не прилипло. И раскатывать сразу. Так. Торт у меня будет в виде сердечка. Вот я сделала это самое. Вырезала сердечко. И буду вырезать. Обводить и сделать фигурку. Приступаем. Хорошо мукой. И будем раскатывать. Немножко еще оно у нас жестковатое, но ничего. Оно очень легко раскатывается. И приступаем. Сразу же вместе с этой фольгой мы выкладываем на лист и будем выпекать. Ширина где-то 2-3 сантиметра. Не сильно тонкая и не сильно толстая. Ножом вырезаем прям сразу на месте, потому что перекладывать с пергамента на противень мы не сможем. Берем шаблончик, выбираем тесто. Это тесто мы не выкидываем. Оно нам пригодится еще. Вот наше сердечко. Обязательно вилочкой
делаем вот такие дырочки. Находим вилочкой. Часто-часто, потому что тесто очень поднимается хорошо. Чтобы оно у нас было не пузырями, мы сделаем его вот так дырочками. Пекется оно 5-7 минут, в зависимости от вашей духовки. Все. И перекладываем его на противень. Вот. На противень и ставим в духовку. Один у нас уже корж пекется. Приступаем ко второму. Тоже сразу на пергамент, пока один пекется, будем раскатывать второй. Вот мы раскатали уже второй шаблончик, сердечко. Ставим в духовочку. И так у нас будет их три. Вот испекли наши коржи, их получилось 3 штуки. Теперь я буду их смазывать. Буду смазывать кремом чиз. Для крема чиз нам надо 250 грамм сахарной пудры, 300 миллилитров сливок и 600 грамм крем. Не крем, а сыр. Ну и приступим. Будем теперь все смешивать и миксером взбивать. Вот мы сбили крем. Вот такой он у нас густой получился. Вот он. Теперь мы будем украшать торт. Ну, начинаем наше украшение. Один слой сделали, теперь делаем второй корж. Так делаем каждый корж. Ну вот так я украсила торт свой. Я не стала вам показывать, как я украшаю. Вот я вам показываю в готовом виде. Я, значит, здесь у меня 3 коржа. Вот они. 3 коржа. И украсила цветочками.